Брось меня в самую гущу битвы! Так, хилим всех. Отлично. Брось меня в самую гущу битвы! 20 секунд. Погнали. Надо дефать. Сейчас посмотрим, как мы будем идти вообще. И пока что я всю пачку с собой заберу. Ну-ка посмотрим, по какой тропинке мы пойдем, по левой или по правой. Очень надеюсь, что по левой, там все чисто. По правой тут гребаный город. Даже я не знаю, как тут вообще можно идти. Партия вот так вот, наверное. Рома отправлен. Да ёкарный бабай! Ты что, серьезно? Так, вот это вот уже не серьезно. Стоять. О, черт. А, ну ладно, не нападают они на наши подземелья, и на этом спасибо. Так, хорошо, выпиливаем. Гребаные следопыты и прочее. Черт, а как мы там будем идти? По над городом, что ли, мы должны идти? Ну, нихера себе. Серьезно, что ли? Да, ну вы, конечно, умеете удивлять. Так, ну тут палатку мы сожгли. Гребаный ты конвой. Что ж ты такой тупой? Раунд! А, интересно. Ты не охренел ли случайно? Давайте, сморка. Развлекайтесь. Ты должен быть сильнее его. Сейчас боевой рейдж зайдет. Ну да, он должен быть сильнее. Так, у вас тут все замечательно. Ну, вроде как. Блин, ты не можешь быстрее, а? Ну, ё-моё. Сморок должен быть сильнее. Давай. Давай. Убей его. Я не верю, чтобы ты проиграл. Нет. Скажи, наш парень проигрывает. Нет. Так, Димон номер два, поехали. Второй раунд, файт. Чем могу помочь? Ту-ту-ту-ту-ту. Сюда музыка нужна из этого, как она называется? Не из Рокки, а из Street Fighter. А там вот я, наверное, поставлю музыку, Димон. Димон! Он проиграл. Нет. Как ты... Ого, что это за полет шмеля был? Как ты мог, Димон? На тебя столько надежд было, на тебя столько народу смотрело. Так, а тут будут пираты? В твоем подземелье враги. Да ёлк твою налево. Ладно, сейчас с этим разберемся, потому что это... Хотя нет. Они нападают через портал. А мне это не нравится. Тем более тут никого нет, кроме Димона. Сердце добро. Поехали. На черное сердце напали. Ой, давайте без вот этих нападений на черное сердце, пожалуйста. Кстати, у нас денег нет. На секунду, нам надо новую жилу искать. Ой, вот это я зря сделал. Так. А я пока что даже не знаю, где мне его искать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это попадос. Вашу партию Рома атаковали. Трезвое зло не смогло защитить партию Рома. Ее тут же разбили в щепки. А как я должен был ее защищать, алло? Когда на меня тут миллиард нападает противников. Вот вы мне скажите, а как я должен был ее защищать, эту партию Рома? Там еще и город. Этот дебил не по левой стороне, а по правой пошел. Хотя мог пойти по левой, там где безопасно, на секунду. Так, ну мы можем, наверное, вот как-то так пройти и почистить это все дело. Да, от этой вот... От этого места. О, золотишко есть. Копаем. Нам надо новую жилу найти. А вот и она. Так, хорошо, новая жила найдена. Сколько там? Пятнашка должна быть? Да, стандартно. Так, партия Рома. Ну, конечно, да, эта миссия на часик минимум затягивается. С такими-то приколюхами. Что это за комната? Существо приносит золото в вашу сокровищницу, а не забирает его. О, прикольно. В подземелье ворвались враги. Да ёб твою налево. Как вы меня задолбали, а? На тебе. Самаритянин, блин, ты наш. Так, делаем здесь золото.
Хорошо. Здесь делаем портал. И собираем пачку героев. Точнее, злодеев, конечно же, я хотел сказать. Так, сморчик идет отдыхать, зомби тоже, ты тоже, и ты. Самопобитые пусть остаются. Остальные те, кто способен держать пушки. Так, нет, стоп, самаритянина мы забираем, он нам приносит золото. Вот продуктивный остается генерировать матку. Да ёб твою налево, только вышел из подземелья, они уже опять нападают. Да вы что, с ума сошли или как? Ну ё-моё. Ребята, сколько можно на меня нападать? Приходят с небес. Серьезно, вы задолбали. Убейте их. Это начинает напрягать уже. Реально начинает напрягать. Сколько можно, да? Так, а то что, мы ничего интересного не нашли, не выкопали? Жаль. Так, продолжаем разговор. Там кто-то взбунтовался, дай мне и насрать. Оставляем, оставляем. Ну, зомби можно не оставлять. Остальные все погнали. Чем могу помочь? Так, поехали. Полуубитые, но не сломленные. Нам надо вот этих вот героев поубивать. Ох, нихера себе вас тут. А чё вы такие жесткие внезапно тут, а? Куча разбойниц, воровок там. Ты не охренел ли бастовать? А, ты продуктивный. Иди вообще назад. Чё ты тут делаешь? Я уничтожу всех. Так, вернее фиты завалим. Далее жахни. Как ты умеешь. Зло не остановить! Конечно не остановить, а ты как думала? Так, а ну давайте-ка засейвимся. Так, чисто на всякий случай. Так, продолжим. Продолжаем игру. Нужно было сделать небольшой перерыв, а то вот такие вот часовые нон-стоп залеты в данженс, конечно, прикольно, но, блин, немножко утомляет. Так, разбойницы у нас здесь. Ну-ка, ну-ка, заценим, насколько вы разбойнические. Если так вообще можно выразиться. Ну, Талия... Ты будешь бахать или нет? Как-то странно, вот вижу, реально не починили это с оригинальной третьей данжес. Она как-то очень медленно заряжает эту бомбу. Прям очень медленно. Это на самом деле немного напрягает. Так, раз у нас... Ёкарный бабай! Не-не-не, знаете что, вы как-то тут слишком сейчас пожестки будете. Давайте я это чуть-чуть отойду. Тем более у нас тут тени наши, которые нас прикроют. Так, поехали. В подземелье ворвались враги. Да ёкарный бабай! Давайте жрицу хотя бы завалим, чтобы она не хилила никого. Отлично. Так, и быстро. Как это говорится, run and gun. Тем более нам тут на сердце уже нападает. Блин, продуктивного замолили. Самаритянин, он уже нам деньги наоборот дает. Ты нам нужен. Так, фух, успел. На черное сердце напали. Да идите нахер со своим на черное сердце напали. Я тут кое-как успел вообще, блин, спасти все это дело. Так, здесь у нас сокровищница, которую почему-то я забыл расширить. Или не забыл, а просто не успел. Одно из двух. Так, давайте копать дальше. Вот тут у нас что-то есть. Нам надо новые комнаты открывать. Так, вы тут всех, может быть, убьете или как? Так, а ты брось. Я сказал, брось книжку. Что это? Обычный бонус урона. Пригодится. Вот тебе, например. Вышибало. Так, все, разобрались. Конечно, ваш портал очень прикольный, но мне не нравится. Может, вы как-то это уберете его здесь отсюда, а? Знаете, какую пользу вы мне принесете этим делом? Так, давай вот так вот заложим. Здесь сделаем такие стреляющие срани. Так, и... Шипов бы еще больше заделать. Пора платить жалование. И вообще, возможно, даже талию сгачнем. Блин, дорого. С деньгами проблемы небольшие. Ну, ладно, молотилка. Для молотилки надо куча места. Ой, не та кнопочка. Разрушить, разрушить. Может, давайте тут молотилку захреначим? Вот так. Нормальное место вроде как. Так, а ну вперед. О, ребята, живые все. Тут золото многие требуют, конечно. Ну, вроде оно у нас есть. А, они пошли за жалованием, я понял. Эй, ребята, что никто не добывает, не понял. Вот тут, скажи, сейчас пауки буду, да? Павуки. Индеев не хватает?
Да ладно. У нас же их достаточно было на нашей ферме. Вот одна вылупилась, нарбалек. Сейчас еще расширим. Из случайно откопанной комнаты. Еще чуть-чуть, и партия Рома отправится в путь. Так, давайте сначала с паучками разберемся, а потом партии Рома будем заниматься. Нам сейчас этим надо заниматься. В подземелье у нас тут враги. Существа непреднамеренно докопались до логова дракона. Черт! Решил покопаться немного, а? Круто, у нас там через 40 секунд будет веселуха. Так, давай, бафай. Подземелье враги. Да ёкарный бабай, вы что, с ума сошли? Вы сговорились как будто, что вот четко в этот момент надо четко по расписанию на меня нападать. С ума сошли или как? Ладно, разбираемся с этими проблемами. Там еще партия Рома, ну блин. Одну партию Рома придется, чувствую, потерять. Хотя, думаю, может быть, мы успеем. Фиг знает. Так, а где вы? Они уже прошли, нихера себе. Ребят, быстрее. Так, с этими с логовом потом разберемся. Быстрее сюда. Там жопа, тут тени, думаю, разберутся. Хотя они сейчас попадут. Новая партия Рома уже близко. А что за миссия выполнена? А, я понял. Нет, а мужеников мы валить не будем. Это типа время истекло. Почему по правой стороне, блин, а? Почему не по левой? Если бы я знал, я как раз таки левую бы сторону зачищал. Хотя там пожестче на самом-то деле. Так, ребят, тут проблема. Надо завалить это логово. И тут, кстати, бесконечная жила алмазная. Как вам такое? Неплохо мы нашли, да? А, надо сначала завалить логово. Отлично. И тут мы делаем здоровенную сокровищницу. Вах-вах-вах. Так, все, ребят. У нас сейчас другая миссия. Жесткая. Так. Кто у нас тут продуктивный? Мы тебя оставляем, конечно же. А вы все сюда. Так, и возьмем, наверное, мы еще одного сморка. Поехали. Ух, ёкарный бабай. Что такое? Как жестко, а? Не, ну на самом деле, здесь пукан не горит, здесь в основном... Так, давайте убийцу завалим. Здесь просто чисто по времени долго очень все. Тут, короче, сейчас у нас на пути очень бронированная свора противников, надо с этим что-то сделать. В город я точно не хочу идти, хотя... Интересно, кто в городе сидит? На караван не должны нападать, в принципе, но только если с этого поселения. Так, тут мы, думаю, всех распетляем. Убийцу вы до сих пор не убили? Ну, гномы, в принципе, на себя внимание все отвлекли, поэтому убийцу не трогали. Так, ой-ой-ой-ой. Куча воровок, разбойниц. Главное, чтобы егерей не было. А, блин. В твоем подземелье враги. Проблема. Назад. Фулбэк. Отступаем. Так, караван, думаю, будет еще какое-то время ехать. Ага, эти пропали, ясно. Дефаем сердце быстро. А, я забыл молотилку здесь делать, точно. Молотилка. Конечно, знаете, вот эти все ловушки, они так слабо работают. Но работают, должен признать. Может быть, что-то это и принесет нам. Так, тут сокровищница есть, бесконечная жила есть, отлично. А, тут просто еще одна золотая жила. Прикольно. Прикольно, ничего не скажешь. Так, золото, магия всякая. О, хилка. А ну брось, фу, брось, кака. Все сюда. Куда ты меня тащишь? Хилиться. Я тащу вас хилиться, друзья мои хорошие. Сюда. Все сюда. У нас тут караван, нам надо его протянуть. Я королева зла. И хоть вы там бастуете, но мне насрать. Я слушаю. Вы типа голодные, да? Кто, где, когда, что? Не допустим такой наглости. Вперед, моя доблестная злая армия, давай. Отпинаем их по первое слово. Блин, тут ветераны, воины, жесткие ребята. Так, а ты куда пошел? Не помогай. А, тут еще у нас бастующие пидорасы есть. Отлично, что еще скажешь? Не, фита мы не завалили. Ладно. Блин, тут же сейчас как вылетит наш караван. Быстрее. Быстрее! Партию Рома атаковали! Партия Рома! Да ёлкарный бабай! Нам еще две партии Рома надо каким-то боком довести. Меня так бесит. И они еще тут бастуют, эти тупые, блин. Сейчас жопа уже начинает гореть немножко.
Прям вспоминаются зимние игры. Как же у меня там жопа горела, это жесть. Откуда вы здесь вообще взялись? Мне вот такой к вам вопрос. Жалование. Ну зайди, дурачок. Продуктивный. Чего вы бастуете? Чего вам не нравится постоянно? Жратвы не хватает. Сейчас будет. Вон куропатки появляются. Сейчас расширим фермы. Нормально, сейчас все будет. Главное не ссыте. Жалование тоже сейчас все будет. Сейчас все будет. У нас тут бесконечно жило вообще, блин. На секундочку. В подземелье ворвались враги. Да ё-моё, сколько можно испытывать мое терпение? Причем еще нападает достаточно хорошими пачками на меня. Может быть, все-таки город завалить? Блин, оно все-таки партии надо донести, так что я даже не знаю, не знаю. Так, эту сокровищницу мы вынесем. И построим на ее месте что-нибудь другое. Даже пока не знаю, что. Можно арену сделать, кстати? Сложные ловушки. Давай сделаем. Ради прикола. Так, а тут сделаем, например, склеп. И лабораторию. Так, как у нас много коварства, давайте все это дело изучать. Так, тут мы, по идее, воскрешаем всех, да? А в склепу... В склепе, точнее... Понял, склеп, думаю, нам пригодится. Здесь у нас дешумулятор. Оно живое. Нет, не тут. Давай, вот здесь. И там, когда выкопают. 4 штуки сделаем сразу. Так, ребят, пока отдыхайте, хорошо? Я все-таки не теряю надежды завалить вот этот гребаный город. Он, кстати, он уже горит почему-то. Потом еще вот эту палатку неплохо бы снести. Вот этот, ладно, этот лагерь, хрен с ним, живи. Тебе что не хватает? Жажда, сон, да все нормально. А, куропатки закончились. Да вон они вылупляются, вперед. Кушать подано. Так, дешимуляторы давайте делайте тут. Нормально. Новое заклинание, кстати, продуктивности там и так далее. Магическая комната. Не, ну это только комната там, наверное, да, можно делать. Давай сюда. Так, а ну-ка, какая у нас продуктивность? 180, нормально. Сейчас куропаток этих будет, будь здоров. Честно говоря, редко когда пользовался этой способностью, но, блин, почему бы нет. Так, минус все деньги, зря я это сделал. Ну ладно, у нас, в принципе, бесконечный поток теперь есть. Так, ребят. В твоем подземелье враги... Кстати, до сих пор ловушки, кстати, не достроили. Но, кстати, заметьте, разбойницу почти распиливает с первого удара. Это хорошо. Так, мне надо, чтобы вы ловушки начали ставить. Тут копаются, тут все нормально. Тут еще жила есть. Правда, она конечная, но тем не менее. Какая разница? Какая разница, если это жила? Так или иначе. Так. И вот тут вот такие вот коридорчики соединительные сделаем. Вперед, работать, ребят. Дешумуляторе 8-8. Ну, в принципе, достаточно. Так, интеллект там пишет, что недостаточно, да? Ну да, все резко пошли жрать. Я не понял, что после каждого файта вы идете жрать? Вы что, с ума сошли? А как насчет немножко поработать в выходной день, а? А, нет, нет, не хотите? Блин, очень жаль. О, еще одно. Еще одна жилка. Нормалек. Добываем деньгу. В темпе. Давайте, ребятки, все будет замечательно. Мы это подземелье прошерстим, тут будь здоров. И жилы будем добывать и днем, и ночью. Так. Ну что, моя бравая армия, вы отдохнули? Покушали, пивка попили. Кстати, давайте расширим пивоварню. Удар, ну, теперь можно и вперед. Пора бы и контратаковать. Тут даже вон тетя Зина кровь еще не успела убрать. А могла бы постараться. Так, мне надо вот этот город снести, он меня бесит. Здесь, правда, очень много воровок, разбойниц и убийц, например, которые пипец какие жесткие. Но что поделать? Воровки, разбойницы, блин, капец они жесткие. Но в первую очередь надо будет жрицу завалить. Так, вызываем теней и закидываем сюда.
по всем этим воровкам, разбойницам. Отлично, ребята. Понеслась. Так, минус жрица, все. Осталось дело за малым. Вы смотрите, как они урон наносят. Это жесть. Это жесть. Как они убивают моих. Я просто в шоке, как они убивают все это дело. Моя бедная армия тут просто сосет. Если не сказать больше, насасывает просто от этих разбойниц. Капец, они выпиливают все. Просто как говно моих ребят выносят. Я в шоке с этого дела. Я слушаю. Ребят, ну, может быть, завалим этот замок? Улучшенный пожиратель жизни. Пожиратель жизни. Враги. Давай ты, Страшилия. Так и знала, что я тебе понадоблюсь. Так, все, минус город. Уходим отсюда. Там в нашем подземелье внезапно опять враги нарисовались. Блин, какая же длинная миссия все-таки. Такие. Доброму и светлому! Конец всему доброму и светлому, согласен. Только не сейчас, чуть позже будет. Конец, так называемый. Так, давайте идти до этого, до огра. Огры прикольные. Сделаем себе, пожалуй, одного. Правда, ему там место надо большущее, но сейчас заделаем. Вот здесь. О, хилка, кстати, ребят. Еще чуть-чуть, и партия Рома отправится в путь. Ну? Еще я хилку скинуть не могу. О, скинул, отлично. Так, ребят, хилка, если есть... то давайте продвижение наше дальше по плану осуществлять. Там через 40 секунд новая партия будет. Но хотя бы на нас теперь не будут нападать с этого гребаного портала. Как же он меня бесит. Так, снесем ту дверь, хотя можно было бы обойти как нормальный человек. Но настоящие герои не идут в обход. Блин! Аж игра подвисла, заметили? Настоящие герои идут в обход. Но это не про нас, мы же не настоящие герои. Мы же злодеи. Так, валим их. Особенно жриц всяких. Мразотных. Ученики там, архимаги тут. Ё-моё! Куда вы меня кинули? Зло, ты хоть подумала, куда ты мне кидаешь? Тут видишь, какая жопа происходит. Every day and every night, как называется. Партия вкуснейшего Рома уже в пути. Да мне насрать, у нас тут партия вкуснейших пиздюлей уже в пути. От архимагов-то всяких. Я в шоке с них. Так, вроде всех развалили. Надеюсь, никто не будет нападать на нашу партию Рома, потому что я даже не знаю. Не позволит героям помешать поставкам Рома. Один из трех осталось. Может, это дополнительная миссия? Я очень надеюсь, что это дополнительная миссия. Потому что если основная, то мы сейчас сосем, как это называется. Так, еще. Неофит? Это неофит в белых одеяниях? А, ну да. Убийцы тут, блин, каменная стража. Кошерно, кошерно. Так, ну тут вроде больше никого нет, да? Отлично. Значит, можно все-таки завалить вот эту вот таможенников гребаных. Тут, конечно, тоже пачка жесткая. Но мы к таможенникам пойдем, чтобы они нам вообще не мешали. Так, неофита валите. Блин, капец же игра виснет. Реймфордж до сих пор не научились оптимизировать свои игры. До сих пор, как вторая данжен слагала, так и третья лагает по-жесткому. Причем реально по-жесткому. Так кто-то бастует уже. А, нет. Ну почти бастует, самаритянин. Кстати, а ты где? Сделать? Ты что тут в гуще событий, как это называется? Так, бафаем. Так, а орку надо идти на помощь. Я уничтожу. Отлично, сжигаем таможенников. Спекулирующие на пошлине. Отлично. Зло спалило очередной лагерь таможенной службы. Это значительно сократит количество инспекторов. Инспекторов? Гаджетов, что ли? Надеюсь, что нет. Так, хорошо. Золото здесь. Давайте расширим. Ё-ма, как же оно теперь лагает? Да, с Блин, капец, это просто жесть. Оптимизация, ребята. Еще раз оптимизация. Как отче наш. Читайте перед сном, Reinforce Studios. Вот серьезно. Как отче наш читайте. Потому что без оптимизации ваши игры будут хоть и интересными, но тем не менее хреновыми. Так, вон там инспекторы поперли новые. Надеюсь, они не будут захватывать мой островок коварства. Они похожи на то. А, они идут, наверное, сюда. Да, они прямым ходом идут. А, так вот чё прикол. Блин, 9 секунд, сейчас подождем. Это получается, они валят четким прямым курсом на доставки наши. Вперед! Пресечь инспекторскую и налоговую инспекцию. Что я тебе понадоблюсь. Инспектора и налоговая должна гореть в аду.
Вы нам нахрен не нужны. Так, вот они уже на подходе. Надо их тепленькими взять, как говорится. Берем его тепленького. Поехали. Давай сначала теней, потом фаербол, а потом его сбафаю. Ну, стандартные планы у нас. Все по стандартным чертежам. Это инспектора, получается, у нас влетали. А я думаю, что за жесть. Все, ребята, давайте дальше. Вот эту, как бы, доставку рума мы не должны просрать. Так, там наши подземелье враги вторгаются. Рыбаки прибыли в родную гавань и вскоре услышали, что их ром кто-то похищает. В гневе они отправились в подземелье, чтобы обсудить этот вопрос. Сейчас обсудим, вы, главное, никуда не уходите. Так. Сейчас обсудим, подожди. Говорите, документы надо подписать, давайте бумаги, я готов. Герои задумали напасть на один из твоих островов коварства. Откуда? О, нихера себе, вы все-таки в порту прибываете постоянно, круто. Хотя, что-то крутого, блин. А, ну хотя они далеко до островка коварства идут. Так что нормально все будет, думаю. Тут вы разобрались с проблемами? Че так долго, ребят? Это очень долго. Нам еще один ром надо погрузить каким-то раком. Так, кто там у нас продуктивный? Давай дальше, ману добывай. А вы идите сюда. Ладно, эти инспектора пусть там гуляют. Хотя не. Давайте мы это, назад в подземелье. Тут же все в порядке, да? Тут все в порядке. Кстати, звук вроде как починили. Когда ты... Да, звук починили. То есть раньше иногда мог быть такой громкий звук, когда ты вот так вот делал. Да, очень громко могло быть. Так, давайте назад партия возвращаться. Рома достигла своей цели. Есть еще одна партия Рома, и мы будем готовы. При мысли об освежающем напитке изо рта жадного зла потекли слюнки. К одному из твоих островов коварства направляются герои. Да знаю я. Сейчас все будет. Сейчас мы тут портал заделаем. Они что, уже рядом? Ну, по идее, должны быть. Так, как будто на подходе, я сразу беру ребят, и мы идем в атаку. Пивка, кстати, не хватает. Поехали. Так, ребят, я вас тут даже немножко подбафаю. Так, самую малость. И магии там захреначу, как нужно. Ох, там кто-то решил покорять космические пространства. Герои так, а задумали напасть на один из твоих островов коварства. Да я понял, сколько можно это повторять? Тупые, что ли? Ну, тупые. Ох, ё-моё. Улучшенные. Ну, тут нужны магические. Штуки-дрюки. Так, хорошо. Очень надеюсь, что сейчас будет все замечательно. В плане Рома. Так, еще 6 минут. Блин, почему так долго? Я королева зла. Давайте вы потихоньку все домой пойдете. Значит, можно этот город развалить. Ну, ну его нахрен. А налоговая инспекция, точнее таможенная, пошла в задницу. Так, нам надо последний Ром погрузить. И наконец-то эта миссия закончится. Что-то она очень длинная, вам не кажется? Потому что мне кажется. Давайте загрейдим талию до конца. И последний грейд на суще сделаем. Соплячков можно немножко больше. Так, и... Могильный голем. Кстати, классная тема. Давайте его возьмем. 1000. Ну, ладно, насобираем. После коварства у нас достаточно. У нас все 3 островка на карте захвачено. Так, ребята, добываем деньги. Деньги наши, все. Мы же за зло играем. Так что деньги должны быть везде и повсюду. Так. Нормально. Еще 5 минут ждем. Докидываем уже этот гребаный последний конвой. И по идее прощаемся с этой миссией, которая на самом деле очень длинная. Прям пипец какая. Талия вышибала. 11 левел. Красава. Давайте еще индюшачью ферму расширим. И сразу все побежали. Вот нельзя этим сопрякам какие-то приоритеты давать. Это было бы намного удобнее. Чем просто херней какой-то, чтобы они занимались. Потому что нам иногда реально сподручнее, когда нам добывают деньги. Реально это сподручнее. Но нет. Не все так просто. Пиво надо. Ну блин. Если б море было пивом, я бы стал тогда дельфином.
Но это, к сожалению, не из той истории. Так. Ну, вроде нормально. Сейчас еще одну пивоварню заделаем. Пивко тут есть. Пить хотят, да? Успокойтесь. А когда у нас не было пива? Что вы и делали-то в таком случае, а? Дай догадаюсь, в жопе колупались пальцем. Вот и продолжайте заниматься своими очень важными делами. Так, что нам тут можно сделать, так это, наверное, зловещую лабораторию. Хотя, может быть, лекторий для улучшений, а? В подземелье ворвались враги. Ну, серьезно, да? Героям! Получайте пиздулы от нашей... Да ё-моё. Доблестной орды. О, манка. Пригодится. А тут мы сделаем лекторий. Будем делать грейды. Блин, долго, конечно, на этой миссии мы играем. Очень долго. Но что поделать? Нам надо ждать партии Рома. И по идее, если бы мы тогда не просрали партию Рома, тогда... Ну, две партии мы просрали, по идее, да? То тогда было бы все замечательно. Но, к сожалению, мы их просрали. Ничего с этим не поделаешь. К сожалению. Ладно. Так, лекторий готов. Теперь можно делать грейды. Так, там соплячки 2000, я помню, классно. Телепорт 3000, классная тема. Делаем. Чтобы они быстро перемещались, очень быстро. Так, индюшки. Индюшки появляются, растут на 100% быстрее. В Орде всегда говорили, что пиво исцеляет. Каждая бочка пива восстанавливает существам 100 единиц здоровья. Вообще кайф. Давай. Вот это топовая вещь. Блин, индюшек все равно не хватает. Да вы задолбали. Как это вам не хватает постоянно индюшек? Вы что, сумасшедшие? Столько жрать. Идите в Макдональдс соседний заскочите, а? Там всегда есть, что пожрать. Так, что там осталось? 2 минуты еще. Долго, долго. Я уж, если честно, задумаюсь насчет того, а не разрезать ли мне это все на две части. Потому что что-то реально долго. Я подумаю. Если там будет реально 1:20 или 1:30 этой миссии. Ну, хотя уже тут приближается к этому порогу. Скорее всего, разрежу, да. Ну, как-то слишком просто долго. Чересчур долго это дело. Все длится. Да ё-моё, я 50 раз нажал демоническую силу. Разработчикам реально надо с оптимизацией поработать. Это жесть. Так лагать. Игра работает идеально, но когда большое скопление существ, она начинает тормозить дичайше. И это бесит. Так, что там осталось? 1.5 минуты. Ну, ждем, ждем. Телепорт 3000, целебное пиво. Давайте еще немножко расширим лекторий, чтобы было два... как это называется? Две парты. Жалование. Ту-ту-ту-ту. Пока что ждем. Что нам еще остается делать? Жилы некоторые копать. И все. Телепорт вроде закрыт. Так что даже вот это от этой молотилки как бы толку ноль. Еще чуть-чуть и партия Рома отправится в путь. Да наконец-то! Я уж не надеялся. Ну не знаю, можно тут какие-то еще поставить шипы, например. Или катящийся камень. Активируемый шлепком. Активируемый автоматически. Не, ну, шлепком-то прикольно, но давай шипы здесь автоматически заделаем. В количестве еще 2 штук. Все пошли за золотом резко. Так, тут больше золота. Им вижу похер, да? Что там осталось? 20 секунд? Так, ну я почти готов. Портал тут у нас активирован, в принципе. Так, лектории расширяем. Давайте расширим. А то долго-долго исследования идут. Ну, серебряное пиво почти готово. Так, могильного голема к себе еще давайте сделаем. Партия вкуснейшего рома уже в пути. Опа. И еще, например, баньшу. И еще, например, ну давайте, не знаю, гоблинов парочку. Ради прикола. Так, все, ребят, все сюда. Вот ты только недовольных оставим, пожалуй. Развлекайтесь. Так, продуктивного оставим, чтоб манку добывал. А все остальные погнали. Четко.
Так, целебное пиво готово. Изучаем наши великолепные исследования дальше. Вот это, вот это. Коварство закончилось внезапно. Да. Что? Доставка рома. Хотя нет, вроде звук все еще такой громкий. Но его очень подправили. Он иногда бывает громкий, но не настолько, что прямо, знаете, аж уши закладывает. Нате. Закусите, твари. В атаку! Доставка рома подождет. Тут есть несколько героев, которые ждут своей смерти. Ох, там архимаг есть, ё-моё. Ох, ох, нихера себе тут жесткие ребята. Получай, червя. Так, слышь, ударь. А, ты уже ударил по земле. Блин, капец, они жесткие тут стали. Ну ладно, это все равно не проблема для нас. Давай сюда. В темпе. Чё тебе не так? Пива не хватает? Там мы и так тут в ускоренном темпе делаем пиво. Хотя, может быть, мы сделаем грит на, чтобы оно быстрее было. Не, больше хранить. Ну ладно, давай. Больше золота. Давай. Все, давай. Очки здоровья ваших огров на 50 увеличит. О, класс. Орки больше брони получают. А, где там демоны, кстати? Дальше так и бесов увеличится на 2 единицы. Блин, капец, тут эти исследования вообще жесткие. Так, инспекция пошла, да? Партия Рома атаковали. Ах, вы твари, нет, я не хочу ждать еще кучу времени. Стой! Мрази! Нет! Я не хочу ждать миллиард лет, пока новые появятся. Хильпачку Рома. Партия Рома сильнее действительно. Талия не смогла успешно защитить поставки Рома. Нет! Алчущему спирт злу это было не по душе. Может... Какого хрена, спрашивается? Ну ладно, господа, я вернусь к вам тогда, когда мы доставим последнюю пачку Рома. Все-таки да, у нас здесь есть... Три конвоя, которые мы можем просрать. Ну, будете знать, кто будет проходить это дополнение. А пока что я вырубаю запись и вернусь к вам тогда, когда, собственно, миссию доведу до конца. Так что увидимся через пару секунд. О, ё-моё. Ты знала, что я тебе понадоблюсь. Как же это немножко напрягает, когда нужно перепроходить какие-то отрезки миссии. Но, слава богу, это все-таки был отрезок. И здесь мне в игре есть автосохранения, Таноса, которые помогают очень в таких вот случаях. Жалобы. Но, тем не менее, все, конец миссии. Как и обещал. Партия Рома успешно готова. На борту черной жемчужины оказалось достаточно бочек. Судно отправилось к экзальтированному злу. Ну, раз уж закончили, продолжу загорать. Талия хотела продолжить отдых. Но неужели она думала, что одержимое работой зло оставит ее в покое? Надеюсь, что да. Мне обещали отпуск. А мне чемодан золотых монет. А выдали сундучок Лего с пластиковыми кругляшами. Так что жалуйся кому-нибудь другому. Ладно, ладно. Что еще? Да ничего особенного. Ты узнаешь в следующем DLC. В смысле? Разве в DLC не 3 карты должно быть? А, да. Ну, раз так, давай к следующему заданию. 3 DLC, по 3 миссии в каждой, да? Ну или по 3 карты в каждой. Ну, короче говоря, как-то так. Ну что ж, посмотрим. Карточный долг. Отправимся туда уже, как вы поняли, в следующем видео. И, как бы, да, если будет такие вот у нас очень длинные видео, где-то там... Ну, то есть миссии длинные, где-то по часу 20, по часу 30, то вы уж не обессудьте, буду это дело все разрезать на 2 таких куска по 40 минут приблизительно каждый, чтобы вам было удобнее смотреть. Потому что, ну, лично я не люблю на YouTube загружать видео там... полуторачасовые и так далее. Это уже подходит на какой-то реально стрим или что-то в таком духе. Ну, то есть я не люблю такие длинные видео. Но вы, конечно, пишите в комментариях, вы за длинные видео или же разделяете мое такое вот страсти к более какой-то структуре, что ли, более каким-то там общепринятым, я не знаю, что ли, правилам, чтобы видео были не очень длинные. Ну, 40 минут это и так, в принципе, уже длинное видео, но тем не менее, надеюсь, что вы разделяете мои такие вот правила, то есть видео по 30 минут, 40 минут, не больше. Так что да, буду я это дело, скорее всего, разрезать, но все равно пишите ваши пожелания в комментариях, я все читаю, как вы поняли. Ну, а на этом все, господа, отправимся на вторую миссию, мы уже в следующем видосике, так что если вы тут вдруг впервые, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте
свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте жмакать на колокольчик, он будет оповещать вас о выходе новых видео на канале. Ну и в группу по ссылочке в описании в нашу заходите, там тоже много всего интересного. А на этом все, господа, с вами был Мистер Чейзер, всем удачи и всем пока. Увидимся в следующих наших завоевательных видео.